Британия одобрили закон, по которому существенно расширяется контроль государства над информацией. Это также касается сбора персональных данных. Как пишет Guardian, документ получил королевское одобрение, несмотря на то, что 130 тысяч человек подписали петицию о его отмене. Новый закон потребует от интернета и телекомпании хранить историю просмотров каждого пользователя в течение 12 месяцев, а также предоставлять полиции и службам безопасности доступ к этим данным.